Откуда идете? Куда? Идем из дома гулять. Гулять идете? Да. Ну нельзя же нарушать. После ввода режима самоизоляции улицы поселка Новосемейкино заметно опустели. Жители встречают в основном возле магазинов и аптек. Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и общественники проверяют у прохожих документы, напоминают о правилах безопасности в период пандемии. Сотрудники полиции проводят разъяснительную беседу с гражданами, которые находятся на улице, объясняют им необходимость максимально сократить контакты и находиться желательно по месту жительства. Проверили и работу магазинов, кафе и пекарен. Для них на время карантина прописаны особые условия работы. Согласно указу, который дал губернатор, у нас осуществляется продажа продукции на вынос. И только на вынос. Нарушителей в этот раз контролеры не выявили. Жители региона выполняют постановление губернатора о самоизоляции. Людям напоминают, каждая прогулка сейчас – это риск для здоровья. Общественные места в регионе по-прежнему закрыты для посещения. Лариса Шлафаст, «События».